Хорошо. Ну, мы собираемся. Понял, Зика. Пока выгорит. Понял, Зики, понял. Я понял. Все. Завезет, я вам наберу. Так, игра началась. Извините, блядь. Звонят клиенты. Приходится отвечать. Сбрасывание мы проиграли. Коваль Альберт в воротах. В данный момент был небольшой бросок по его воротам. Вот, он взял шайбу, сбрасывание было в нашей зоне. Песков вывел шайбу. Завел в зону соперника, но шайбу у него отобрали. И вот сейчас в данный момент мальчик под номером 11 от своих ворот дошел до наших ворот, отдал пас. 12 номера Смолярова. Борисов смотрится поживее. Видимо, в раздевалке, короче, получили они жестко. Борьба в зоне Бориса. Вышла шайба в среднюю линию. Круга шайба через нашу синюю линию проходит. Обманывает одного, второго. Проходит 1-0. Забивает. Не забил, штангу попал. Блин, я думал, прям забил конкретно, четкий был бросок. За Коля поднял даже руку. Но, блин, попал в штангу. На сезоне Борис. У нас произошла в это время смена. Ой, опять оходлив бросок низом. Коваль, Альберт на месте. Удивительно, как он вытащил эту шайбу, но вытащил. Один Галькевич входит в зону соперника. Лишняя шайба в зону, Аламов шайба откатывается назад. Длинная передача на Хабатаева. Денисов едет на смену. Прокопчук его сменяет. Хабатаев проходит вдоль левой линии, ничего не получилось. Шайба соперник, откатывается наша, дают пройти. Дают прям дойти до наших ворот. Хабатаев помешал. Но шайба владеет соперник за нашими воротами. Передача на пятак. Что-то не ожидали три игрока Бразыса. Распакил ее Кабатаев. И мчится по воротам. Галькевич на подмоге. Удаление у Бориса. Кто будет играть, кто не будет. Шабрикевич на красный. Сбрасывание вроде как выиграл. На шайбе Трубинский не успел. Зверечинский стремился к нашим воротам. Панасенкова давит. Игра возле правого борта. Зверечинский пытается обманить. Берем, поддавили нас. Передача на пятак. Бросок гол. Четвером. Пятером нашим забили гол, ребята. На лед. Перехов на сбрасывание. Сбрасывание выиграли. Правый зерок. Игорь Камильевич разносит нашу игровую пятерку. Белов длинную передачу на Терехова не прошла. По первый номер обманом движением убирает Борисов. Четко защитники оттягиваются зачем-то к своим воротам, хотя это не надо делать. Надо встречать их на синей линии и не давать им продвигаться. Нормально Белов собирается со своими воротами, станцевой спас на Терехова. Играет руки в себя, не прошла передача. Терехов в борьбе. Назаренко на подмоге, Назаренко в шайбу. Обманывает его Зверечинский, Терехов на подборе. Ай-яй-яй, передача на Назаренко. Шайба на сезоне Чубилин. Назаренко выбрасывает ее. Шестером показывает судья у нас игроков. Я говорю в Астане, я Игорь.
Жеку, наверное. Жека там. На базе. На базе, говорю, Жека, Игорь. Да-да, слышу. Жеке пусть позвонит. Жека там, на базе. Алло. Извините, прервался, короче. 6 человек у нас было на льду. Сейчас играем в меньшинстве, на льду черный. Не вижу Санжара Пустобекова. Лисков, Шельга, Денисов и Бучков. На льду у Бориса Турсунетов, Таверзан, тоже первый состав. Бориса против нас. Алло. Алло. Слышу, да? Жека там, на базе. Либо его рука ботает. Себя прорвался. Игорь нас сбрасывает сейчас. Шайба Америкоса. Пытался войти на сезон, наши ребята помешали. Григорий Борисов. Кабатаев перехват. Входят в зону Григорий с Кабатаевым. Бросает Кабатаев. Григорьев хватает уборки, то Григорьев шайба. И передачи Никиты Григорьева также забросил Григорьев хватает. Замочил. Счет 2-1, напоминаю. У Бориса смена вратарей. Полезный подкалашку. Парень лопит. Так, походя от шайбы, пытается войти в зону, не получается. Но шайбу отобрал. Шайба в нашей зоне Атанасенко по правому флангу. Пытается пройти вдоль борта. Отключил ногу, шайбу потерял. Шайба теперь Шабдюкевич. Борьба в средней зоне. Передача на 78-го Двуреченского. Он обманывает хорошо руками и ногами и уходит. Обеет передачу на левый фланг 71-й. Шайба в нашей зоне. Борьба за воротами. Пятывается на Коваля мальчик. Двинутый ворота. Судья провел свисток. На льду в защите. Назаренко, Чубирин и Совет. Белок отборолся. Передача на Терехова не прошла. За нашими воротами шайба. Шайба Данил Терехов. По правому флангу передача на Чубирина. Диагональ. Хотел Чубирина дать на Назаренко. Не получилось передача. Ошибается Борис. Шайба в средней зоне. Аслан Совет борется 71-м. Крепкий мальчишка. Теперь поддавливает его. Чубирин шайба входит в зону. Хотел от борта обмануть соперника, не получилось. Соперник на счету. Шайба вышла в зону Бориса. Данил Белов. Данилом Назаренко на подборе. Опять шайба перехват, они хотели наши выкинуть ее из зоны, не получилось. Борис борется, Назаренко шайба в средней зоне, переходит в сильную линию, врывается по левому флангу. Ногами Данил шевели, работай на пятах! Пытается обмануть, что-то начал внутри за воротами, не получилось. Снесли его. Опять шайба вдоль борта отдает. Здесь Назаренко должен встречать, нет, Чубирин должен встречать, но не встретил. Лисков разменился. Поменял Белова. Лисков шайбами за нашими воротами. Прокатывается. Атакует его Таверзан 13 номер. Лисков. Лисков передача на 77-го пусть где-то. И получилось противостояние. 11 номер на подхвате.
борьба. Пока борьба, Исков вырывается. Уже длинная диагональ на Шельгу не прошла. Яров на месте. Денисов встретил его, 9 номера Турсунетова, жестко в груди. Не получилось пройти у мальчика в нашу площадку. И Сибеков борется. Боролся с 9 номером, кинул шайбу в зону. Надо делать. Первая пятерка Бориса против первой пятерки Андрей Юнис. Круга сбрасывания выиграл, шайба и Бичков. Дает пас на Шельгу, но не смогла. Нет, смогла пройти шайбу, Шельга 1-2. 1-2! Блин, зачем-то стал играть один. Не пустили его защитники, отдал пас на Кисибетова. Тогда возле борта не пускает Турсунбетова. Завалил его Турсунбетов клишкой. Судья нарушение не дал. Разгонился. Первая Рома Бычков с ним один в один. Подговорщик от первого не дал ему пройти на сезон. Сейчас первый из-за ворот жестко выкатился. Хотел отдать пас, пас не получился. Рома мешал ему до конца. Денисов шайбой. Передача на Кисибекова. Кисибеков в Шельге. Шельга не получилось пройти двух защитников. Мешали ему. Уже Песков, Андрюшу встретили, жестко. Полбикин 11 номер, она его в прошлый раз встретила, за это будет далеко. Но сейчас он будет шайба и Песков, поэтому Полбикин встретил его по правилу. Сам Полбикин врывается в нашу зону, на месте Кисибетов, не дает пройти. Шайба по-прежнему в нашей зоне, Денисов вырывается, 3 на 3. Денисов, Шельга и Песков, передача на Шельгу. Где надо выкатываться, не надо, не надо ничего выдумывать, не останавливаться, зачем это было. Нужно, потеряли шайбу, но Коля опять перехватил ее. И все, потеряли. Теперь Борис атакует нас. Турсунетов, 9 номер, ноги не бегут, стал очень долго играет. Происходит смена, Галькевич поменял Лискова. Остальные черные пока на льду. Передача Денисова на Галькевича. Денисович свежие силушки побежал вперед. Один против четырех. Ничего не получилось сделать. Передача на Каиржана. В него надо идти. Блин, дают подойти к воротам. Зачем, не могу понять. Отступают, отступают, откатываются. Григорьев шайбы. Мчится. Эй, какой-то неточный пас на Кабатаева вдоль синей линии. Прокопчук шайбу перехватил. Кабатаев на подхвате не получилось. Григорьев Кабатаев работает у борта. Правого борта команду Борис. Прокопчук выпустили шайбу из зоны, но Макс не дал продолжить атаку. Галькевич кинул шайбу в зону. Поехали, ребята. Кабатаев отборолся четкого борта, обманул одного. Выезжает из-за ворот. Отдай пятак! Опять вышла шайба в зону, наши ребята в защите, защитники отборолись, Кабатаева держит двое, Галькевич на подхвате. О! Еще! Надо назад было отдать чуть-чуть Григорьеву, ну ладно. Чуть-чуть не получилось атака. Зеленые выходят, тяжело приходится Борису. Еле стоят у него нога. У нас мощь, у нас атака. Прокопчук по левому флангу прошел. Ищет кому отдать пас. Отдал на Галькевича. Галькевич. Хотел отдать передачу на Григорьева. Но она прошла. Григорьев из-за ворот. Ай-яй-яй, красиво из-под ноги бросил вратарь на месте. Кабатаев шайбой. Ой-ой-ой, длинная передача вдоль ворот, за воротами соперника. Выходит, хочет выйти шайба из зоны и выходит. Борис стремляется, Прокопчук на подходке, молодец, врывается в зону. Отдай! Продавили Макса, встали, подышали ребята, Борис производит смену. И у нас тоже, смотри, Сергей сложился на льду. Григорьев отборолся. Борется.
Халамов, Походяев на льду. Халамов пытался выбросить шайбу в зону, не получилось. Походяев. Ай-яй-яй, опять-таки так открыт у нас, блядь. Что ты будешь делать? Скребец. В борьбе принимает участие Сережа. Бери с пятака его, блин. Вот нормально. Атанасенко встретил жестко на пятаке товарища. Тут просто-напросто поломался. Бросай! Бросил. От синей линии. Григорьеву надо меняться, что-то он задержался на льду. Пашек набрать. На завтрашнюю игру может его и не хватить. За нашими воротами. Григорий шайба. 3-2 бегут в атаку. Отдай! Отдал, походя его. Григорий спас, блин, не забил по счет. Не получилось, блин. Вратарь вовремя среагировал. Паша все правильно сделал. Блин, ну, чуть фортуна не на их стороне была сейчас. На данный момент. Итак, атака теперь на наши ворота. Шайбой Борис. Скребец. На перехвате. Скребец борется опять у борта. Хорош Серега в отборе. Молодец. Шабдикеев не получилось обработать шайбу. Хотя мог добавить ногами и уйти в отрыв 1-0. Но игра не получилась. Хорошо, опять Шабдикеев на перехвате выходит с нашей зоны. Скребец шайбой. Ай-яй-яй, не дали бросить. Все хорошо задумал, все хорошо сделал Сергей. Но, блин, один с тремя. Конечно, сложновато было. Один с тремя. Никто в это время не успел помочь. Так, шайба в нашей зоне. Вот жесткая борьба. Ребята, скорости немыслимые. Что у Бориса, что у нас. Долбикин пытается войти в зону. 11 номер. На высокой скорости. Обходит, обижает ворота, короче. Пытается бросить. Мимо. Добивание. Отбил шайбу Ростик. Защитил ворота своих мышц. Шайба в нашей зоне. Шабдикеев шайба. Кубирин. Кубирин в средней зоне. Шайба. Вода у нас. Шайба в нашей зоне. Ростик шайба за воротами. Обманывает. У них не получилось одному Каржана. Мальчик очень опытный, такой прием с ним не пройдет, резкое торможение. С него надо уходить ногами. Аслан Совет, что-то все суетился в данный момент, чуть было не создал голевую ситуацию по нашим воротам, но благо, что все хорошо закончилось. Отдал Кубирин пас на Назаренко, тоже с ней линии надел, шайбу потерял, не смог ее обработать. Итак, 13 номер. Ой-ой-ой, опять отдал четкий пас на угол, был открыт, у нас и мальчик попал в штангу. А могли бы сейчас попасть в перед, когда нет. Бежит, врывается зона соперника. Бросай! Пойдет, бросает из-под защитника. На него Назаренко был на добивании. До конца, Борис! Шайба в зоне Бориса, но шайбу они выводят. Передача на Каржана, 13 минут. Теряет он шайбу. Не смог преодолеть препятствие в виде Аслана Совета. Дальняя передача. Бросок Коваль на месте. Завалил Чугурина сейчас один мальчик. Толчком в спину. Почему-то нарушение не дали. Передача на Дерехова. Бросок. Вратарь на месте. Молодец, конечно. Хорошо сыграли. Два Данила у нас. Но... Здравствуйте. Раз они не выиграли. Но борьба у Бортика. Лисков шайба. Передача на центр. Ай-яй-яй. Санжар прошел. Не ударил по шайбе. Вратарь на месте. Блин. Хорошо отдал Андрюша. Четко отдал. Никто не смогли сделать. Наши ребята в этой ситуации. Но игра сыграна была очень красиво, скажу откровенно.
Игра в пас упрощает игру черного состава. Передача длинная, но Субетова не достал, он немножко не дотянул ногами. Не подрасчитал Коля силу броска и возможности Санжара. Опять все было задумано четко. Ой, блин, опасно, отдал пас на Денисова, перехватил Кайрат. И как первый номер принимается в шагу в падении. Благо, что он долго стоит. Я выбрал все немного служить для нас. Пока счет 2-1. Бичков с шайбой. Выкрутил одного возле ворот. Передача на Ичкова. Немного Серега. Ичков с шайбой. Передача на Сергей. Проходим среднюю линию. Заходим в зону Бориса. Серега мутит. Отдал на Ичкова на ход. Не опять Андрюша не увидел уже передачу. Был на высоких скоростях. Возможно, она была. Субетов шайбу сохраняет Денисовым в зоне Бориса. Ичков борется у бортика за воротами. Жесткая борьба. Санжар на подмоге. Коля давит его Заиров руками с плечи. Но противостояние этот же самый Заиров. Передача на Ватсона. Ватсон передача на Кайрата, но Кайрат шайбу подбирал. Коля перехватил. Коля был шустрее. Коля был мощнее. Коля был мудрее. Как Коля входит в зону. Бросок гол. Это четкий был бросок, ребята, скажу вам откровенно. Ред тренер Бориса Назаирова опять в чем-то провинился. Найди зеленый. Табакаев врывает в зону соперника. Проламывает буквально соперника в груди. Не получилось сохранить шайбу в зоне. Борис входит к нам. Борьба. Вышла шайба с нашей зоны. Зона Бориса. Борис отбивается, отбрасывается. Но... свистит судья. Конец первого. Итак, начало второго периода. Напоминаю, счет 3-1. Отбрасывание зеленым. Сейчас вот судья Берег. Против Гулова. Берег сбрасывает на выигрыш. Попадает шайбу. Входит в зону. Раньше времени Берег на сбрасывание. Сбрасывание выиграл. Передача Аланова. Аланову надо двигаться, не стоять. Передача на Прокопчука. Прокопчук в зоне обманывает. Вертит. Или Берег на подхватит. Шайбер Берег. Шайба Борис. Пришла шайба в сухой зоны. Галькевич прорывается. Но Борис шайбу парашютиком делает. Аланов передача на Галькевича. Галькевич хочет бросить шайбу в зону Бориса. Передача на прокат. Галькевич шайба вырвал в сторону зоны. Надо входить в зону. Отдавать Кабатаеву. Нет, сам делает. Не получился фильм. Ну, в принципе, мог и пройти. Потому что груди он уже вышел, а клюшка оставил позади себя. Григорьев шайбу. Распечатали Григорьева. Аламов шайба в нашей зоне. Передача на Кабатаева. Скребец. Итак, найду Походяев бросок. Чуть-чуть мимо ворот, не получился бросок у Павла. Не было мощности и точности. Но, в принципе, действовал быстро, это уже хорошо. Сейчас идет борьба в зоне Бориса у правого борта. Борется Шабдикеевка. Борьбу непонятно, проиграл или выиграл, но шайбой сейчас Каэржан. Передача на Смагьярова. Шабдикеев тут рядом. Борис уводит шайбу со своей зоны. Каэржан устремляется к нашим воротам. Рыбинский не дает ему это сделать. Задавил у нас меньшинство Борис. Еще я даю четкие передачи. Беги, Сережа! Борис выпустил пятого игрока.
играет Чирока. Это проброс. Опять бросок с парашютиком. Не попадает шайба в ворота. Вышла шайба с зоны Бориса. Передача Кабатаева на Галькевича проходит. Галькевич входит, хочет войти в зону. Упустил немножко, опустил шайбу. Аламов четко в зоне нашей. Грамотно сыграл. Не дал Туарзану подступиться. Копчук Кабатаева, Кабатаев на Григорьева, Григорьев обрыгивает. Передача на Галькевича. Кто-то бьет, блядь. Бросил Галькевич, попал, все, шайба остановилась, вратарь лежал, нужен был человек, который добьет. Но его в нужный момент не оказалось. Вот Туарзан. Из-за ворот бросил Коваль Альберт. Подзащитника бросил Коваль Альберт на месте. Григорьев. Не может найти, короче, то противоядие, которое создают ему наши ребята. Зеленым и черным составом. Ой, я переиграл Григорьев, передержал шайбу. Выделил его. Я потерял отличную шайбу от зоны соперника. Опять пытались вести мы ее в зону. Зону вести не получилось. Прокопчук шайба за нашими воротами, передача на Галькевича. Галькевич кладет, что-то тоже стал мудрить. Передача на пикап. Ой-ой-ой, Паша шайба за наших ворот. Григорьев спасает положение. На скорости устремляется воротом соперника. Паша передать. Передача не прошла. Бросок по воротам, вратарь на месте.